Здравствуйте, меня зовут Чжоу Синьи, я из Китая, мне 23 года. Сейчас я учусь на подготовительном факультете Уральского федерального университета. Здесь я встречаю друзей по всему миру и преподавателей с отличным качеством преподавания. Мне нравится русский язык, это очень красивый язык, так что я решил приехать в Екатеринбург, в Россию. Екатеринбург – один из крупнейших городов России. Он расположен на границе Европы и Азии. Итак, этот город исполнил все мои мечты. Поэтому я выбрал УРФУ – один из лучших вузов России. Но из-за коронавируса все изменилось. Пока только сидеть дома и заниматься онлайн. Сначала сложно, к счастью. Благодаря усиленной работе преподавателей, мой уровень русского языка улучшился. Я внимательно слушал на уроке и тщательно выполнял домашние задания после уроков. Я буду продолжать делать все возможное. Вы живы, вы учитесь. Надеюсь, что эпидемия скоро исчезнет и вижу настоящий Екатеринбург. Жизнь прекрасна, и все будет хорошо. Добро пожаловать в Екатеринбург, добро пожаловать в РФУ. Жду вас.